Идет чемпионат мира по футболу. Но нас во всем этом чемпионате интересует только один человек. Пятница, пятница. Маша, отстань! Всем привет, с вами Маша Миногарова, и я снова вышла на улицу. Прямо сейчас проходит чемпионат мира по футболу, и прямо сейчас красавчик Криштиану Роналду находится где-то здесь, и я не успокоюсь, пока не найду его. Погнали! Скажите, вы видели Роналду? Вы знаете, где Роналду? Туда побежал. Ой, спасибо, спасибо. Роналду! Подожди! Вы стоите, ищите Роналду. Вы знаете этого человека? Чеченец? Да, скорее всего. Роналду! 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 Сойка, где Роналду? Меняю двух Кокориных на одного Роналду. Согласны? Нет. Скажите, где Роналду? Я не знаю. Роналду! Здрасте! Извините, у вас тут нет Роналду. Здравствуйте. Скажите, у вас этот парень не покупал сегодня кукурузу? Не покупал. Роналду! Где ты? Ладно, пойду искать. Роналду! Что ты это скажешь? Большая честь! Здравствуйте, я Маша. Очень привет, приятно. Маша. Скажите, а каково вам быть самым лучшим футболистом планеты? Ну, знаете, вот приехал в Москву в этом году, не Москву, в Россию, да, вот выиграть чемпионат мира. Вот сколько стараюсь, вот не получается, вот приехал вот поработать сначала вот здесь вот, и потом выиграть. Боже живой, Роналду, я в шоке. Скажите, а какие эмоции вы испытывали, когда получили первый раз золотой мяч? Я, знаете, я первый раз был на туре лучше, это было в 2008 году. А потом вот Месси взял, вот когда второй пора, это было очень сложно, я аж плакал. Вы, все, наверное, видели. Да, да. Это было очень сложно. А скажите, вы ревнуете Ирину Шейк или скучаете, может, по ней? Ирину Шейк? Нет. Почему я должен ревновать, не ревную? Ну так она же ушла к Брэдли Куперу-то от тебя. Я бы не ушла. Ну вы не, ушли? Ну давай, присоединяйтесь ко мне. Можно автограф Роналду? Распишитесь на своей фотографии, только не на трусиках. Спасибо большое. Боже, это лучший день. Спасибо, Роналду. Удачи вам. 6-го золотого мяча. Ирина дура. Маша, отстань!